В эфире «Вести Чукотка», в студии Анастасия Сертон. Здравствуйте. До окончания навигации на Чукотку доставят около 8 тысяч тонн грузов. Еще минимум 5 судозаходов запланировано в порту округа, сообщает информагентство «Чукотка». По данным окружного департамента сельского хозяйства и продовольствия, всего в эту навигацию было запланировано к завозу 12 300 тонн продуктов и непродовольственных товаров. На сегодняшний день доставлено 4,5 тысячи тонн. Планируется, что в воскресенье 3 октября сухогруз «Феска-Нагаева» выйдет из Владивостока и прибудет в Анадырь ориентировочно 12 октября. На нем в окружную столицу привезут картофель, мясную и молочную продукцию, овощи. 25 числа это судно должно будет начать разгрузку в порту Эквикинота. А 16 и 29 октября в портах Чукотки ожидают «Феска-Пионер». Также два зафрахтованных судна в октябре отправят в округ компании «Чукотапторг». Теплоходы привезут в основном плодоовощную продукцию для закладки в овощехранилище. Сухогруз «Владимир Мясников» станет под погрузку во Владивостоке 8-10 октября. Он пойдет в Беринговский, Анадырь, потом из Эквикинота заберет мясо оленя и доставит в Провидение и Лаврентия. В этих же населенных пунктах выгрузятся доставленные из Приморья продукты. На обратном пути сухогруз заберет оленину из Эквикинота и привезет в Анадырь. Во второй половине октября на Чукотку из Владивостока отправится еще один теплоход «Чукотапторга» Сергей Гаврилов. Он доставит продукты в Анадырь и Певек. Также через морпорт самого северного города России в начале ноября планируют завершить завоз продуктов для населенных пунктов Билибинского района и городского округа Певек. Напомним, что в этом году в округе сложилась сложная ситуация с навигацией. Из-за открытия портов Китая и Юго-Восточной Азии перевозчикам выгоднее работать на этих направлениях, поэтому количество судов на внутренних перевозках сократилось. Так, транспортная группа «Феска» планировала отменить 2 из 5 судозаходов, но после встречи губернатора Чукотки Романа Копина с руководством компании было принято решение о выполнении всех рейсов.